Тема моего доклада – основные требования к выбору подрядчиков в рамках государственных закупок в сфере строительства Республики Армения. Процесс государственных закупок в Республике Армения получил законодательное регулирование и стал применяться с 2000 года. В настоящее время сфера государственных закупок в основном регулируется следующими правовыми актами. Закон Республики Армения о закупках 2016 года, постановление правительства Республики Армения от 4 мая 2017 года номер 526Н об утверждении порядка организации закупок и об признании постановления правительства Республики Армения 10 февраля 2011 года за номером 168Н, утратившим силу. Постановление правительства Республики Армения 6 апреля 2017 года за номером 386Н об утверждении процедуры электронных закупок и о признании постановления правительства Республики Армения от 5 декабря 2013 года за номером 1370Н, утратившим силу. Постановление правительства Республики Армения от 18 мая 2017 года на номер 534Н о порядке проведения электронного аукциона и об утверждении перечня товаров, работ и услуг, приобретаемые путем электронного аукциона. И приказы министра финансов Республики Армения как уполномоченный орган. В целях урегулирования проблем, возникающих в ходе реализации упомянутых актов, по необходимости проводятся законодательные реформы, и в результате которых законодательная база совершенствуется, а требования закупочных процессов смягчаются или ужесточаются. Общее положение. Сегодня, согласно действующему законодательству, применяются следующие закупочные процедуры. Конкурс, бывают виды открытый конкурс и закрытый конкурс. Конкурс, запрос котировки, закупка у одного лица, электронный аукцион. В рамках вышеупомянутых процедур государственные закупки могут осуществляться как при наличии финансовых средств, так и без них, при условии, что в рамках заключенных договоров права и обязанности сторон вступают в силу после предоставления финансовых средств и заключения соответствующего соглашения. Предпочтительный вид закупочной процедуры является открытый конкурс, но в случаях, предусмотренных законом, могут использоваться и остальные вышеупомянутые процедуры. Указанные виды процедур различаются в основном сроками подачи заявок, сроками бездействия, а выбор той или иной процедуры обусловлен сметной ориентировочной стоимостью предмета закупки, использованием авторских прав или другими законодательными требованиями. Поскольку сметная ориентировочная стоимость строительных работ в основном превышает 70 миллионов драмов в Республике Армения, 70-кратный размер базовой единицы закупок. Это в российских рублях 10 миллионов рублей. И закупки осуществляются в основном с использованием процедуры открытого конкурса. Требования, предъявляемые подрядчикам, изначально различаются в зависимости от того, закупки осуществляются при наличии денежных средств или денежные средства будут выделены после подписания контракта. В случае организации закупок строительных работ при наличии финансовых средств участник должен представить заявку объявления на участие в процедуре, ценовое предложение, заполненную и утвержденную им объемную ведомость смету, из которого формируется ценовое предложение, технические характеристики, устройств и оборудование, которые должны использоваться во время строительства данного объекта, а также информацию об их гарантийных сроках, которые становятся неотъемлемой частью договора. Обеспечение заявки и в виде банковской гарантии или наличных денег суммой в размере 5% от ценового предложения участника
закупочной процедуры. Участники имеют право участвовать в закупочной процедуре в порядке совместной деятельности консорциумом, а также посредством заключения договора субподряда. Отобранный участник определяется по принципу минимального ценового предложения из числа участников, чьи заявки были оценены удовлетворительно по неценовым условиям. Законодательством предусматривается также, что отобранным участникам договор закупки будет заключен, если участник представит обеспечение договора в размере 10% и обеспечение квалификации в размере 15 или 30% от стоимости контракта. В зависимости от стоимости контракта обеспечения предоставляются в виде гарантии или одностороннее утвержденного заявления и применяются в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту. Ранее утвержденные квалификационные критерии, лицензия, технические средства, трудовые ресурсы, валовой доход за предыдущие 3 года, налоговые обязательства, аналогичный опыт за предыдущие 3 года и так далее, были заменены требованием обеспечения квалификации. Первоначально обеспечение квалификации было установлено в виде банковской гарантии в размере 100% от ценового предложения участника. В результате недавних законодательных изменений 100% размер был снижен до 15 или 30% в зависимости от сметной ориентировочной стоимости. Обеспечение квалификации также может быть предоставлено в виде гарантии страховой компании. Закупки строительных работ до предоставления финансовых средств отличаются тем, что в таких случаях требования к обеспечениям в виде гарантии отсутствуют. Обязательным требованием является также проведение переговоров по снижению предложенных цен, и только после этого определяются отобранные участники и участники, которые занимаются последующие места. В целом, каждый процесс закупки имеет свои особенности, которые учитываются в процессе формирования заявки и приглашения на данную процедуру закупки. На данном этапе иностранные организации, в том числе организации стран Евразийского экономического союза, не участвуют в закупочных процессах, организованных Комитетом по градостроительству Республики Армения. Однако действующие законодательные акты не ограничивают их привлечение. Спасибо за внимание.